Фельдшер отказала в помощи умирающей женщине. Сотрудник скорой помощи Маркса посоветовал вызвать частного врача, потому что пациентка нуждалась в платной процедуре. Женщине стало плохо, но когда ее муж позвонил 03, фельдшер отказалась направлять к ним машину. По описанию симптомов она решила, что женщине нужна капельница на дому, но скорая этим не занимается. Потому медик посоветовал обратиться в платную клинику и даже дала номер. На вызов приехал работник бригады скорой, которая подрабатывает в нерабочее время как частный врач, но без лицензии. Она поставила капельницу и уехала, а через 5 часов пациентка скончалась. Сейчас материалы проверки переданы в прокуратуру. Если гражданин обращается за оказанием медицинской помощи, то самостоятельно фельдшер скорой помощи или диспетчер, принимающий это медицинский работник, не вправе принять решение по отказу в оказании медицинской помощи. Помощь будет оказана, обязана быть оказана в обязательном порядке. Машина должна быть направлена в бригаду для оказания медицинской помощи.